Отож, музичні хроніки переглянули і будемо зараз спілкуватися з гостею. І поруч з нами сидить, не побоюсь цього слова, солодка гостя. В чому ж заключаються ці солодощі, ми будемо говорити з Катериною Мішніковською, колекціонером цукрових стіків. Доброго ось ранку. Так, на столику у нас вже розклали ось такі цукрові подаруночки. Розкажіть, будь ласка, звідки таке захоплення у вас? І що це взагалі за захоплення? Може, хто ще не зрозумів, про що йде мова? Есть такое сейчас очень модное, очень популярное увлечение, это коллекционирование сахара. Так как в нашу жизнь сейчас пришло желание выпить чашечку кофе, чашечку чая утречком, вы наверняка уже начали свое утро с чашечкой кофе, люди не всегда успевают дома выпить, поэтому они идут и пьют где-нибудь в каком-нибудь заведении с друзьями, когда встречаются, и к чаю им подают красивый пакетик сахара. Оказалось, что сахар не всегда бывает одинаковый. Он, оказывается, может быть облечен очень красивую такую обложечку, упаковку красивую. За то время, когда ты пьешь кофе, ты можешь рассмотреть, ты можешь узнать какую-то информацию, можешь вспомнить английское слово. И почему такому сахару оставаться? Если, например, ты пьешь кофе с одним пакетиком сахара, зачем оставаться второму? И вот, начиная с такого собирательства в сумочке, потом уже началось такое вот увлечение. Ты смотришь, оказывается, это коллекция, оказывается, есть 6 видов в одной коллекции, в другой есть 25 видов, есть 14 видов. И хочется, чтобы они все были у тебя дома. Тобто розпочиналося все із цілі, з'їм цукру, а потім чого його їсти, буду збирати, так? І ось назбиралась у вас така колекція. Да. Найекзотичніший стік, звідки ви його привезли? Самі екзотичні стіки – це із Кореї. Вот они очень красиві, вони прямо немножко похожі даже на произведение искусства. Почти вирисован каждый цветочек. Самая любимая коллекция – это коллекция вышиванок. Вышиванки, которые посвящены каждому региону нашей Украины. Также есть Крым и есть Донецк, то есть они также вошли в коллекцию. И Миколаевщина. И Николаевщина есть, да. Есть, мне очень нравится сама по себе идея размещения информации на стиках. Вот вид старого Ровно, города Ровно. И сзади можно, пока ты пьешь чашечку кофе, прочитать историческую справку о том, что, например, произошло в 1765 году в Ровно. Почему бы, например, не имея такие красивые открытки в нашем городе с нашими видами старого Николаева, сделать такой же сахар, как и у нас, как вот и в Ровно, сделать и нам такие же самые сахара. Мы больше узнаем о своем любимом городе. Я бачу, у вас колекція картин на стіках зображена. Дуже часто взагалі можна на таких стіках побачити шедеври якоїсь країни, так? Звісно, звісно. Звідки ця колекція? Це наша Україна. Вот. Но здесь представлены, так как этот кофе является итальянским, это торговая марка, она является итальянской, то сзади мы можем прочитать, единственное только, годы жизни, увидеть фотографию художника, который написал вот картину. А ось я ще хочу показати нашим глядачам, що можна навіть крести кіно новики пограти на ось такому цукровому стіці. Дуже моя улюблена картина Мікеланджело «Створення Адама». Ось якраз до нашої теми, так, чоловічий. А вот какой-то человек воплотил на сахаре свои маленькие зарисовки. Не могу сказать, что это карикатуры, но это такие вот интересные рисунки. Их всего 10 видов разных. Рисуются маленькие счастливые, пусть будут не смайлики, а такие вот мордочки. Вот, например, мордочка официант, мордочка, которая ловит бабочек, кто-то вот нюхает цветочек из них. Тоже интересно, просто, как модное такое слово есть, улыбает, просто создает хорошее настроение. Катерина, а какая количество стиков у вас уже есть в доме? На данный момент у меня больше 3000. Но единственное, здесь показаны самые яркие. В основном кофе подают вот простой сахар, подают, например, двухцветные сахара. Вот, подают не такие яркие. Вот просто название торговой марки. Вот бываешь в каком-нибудь заведении, какой-нибудь кофейне, тебе дадут сахар, и ты берешь себе на память, соответственно, в коллекцию для товарищей. Просто просматривая свою коллекцию, вспоминаешь то место, в котором ты был.
А я помню свое детство, мы начинали вообще коллекционирование с карманных календариков. И когда к нам приходили... Вы еще их коллекционеры. Да, такие универсальные коллекционеры. Коллекционер справжний. Вы знаете, это очень расширяет кругозор, и, например, на каждом календарике остается какая-то память, какое-то детство. Вот, например, есть интересная серия «Цирк». В моем детстве было очень популярно ходить в цирк. И, наверное, многие начинали свое коллекционирование, люди моего возраста, с цирка и мультиков. Вот приятные, интересные животные. Вот, есть циркачи, клоуны. И все это запечатлелось на календарях. Также вот есть история автомобилей. Есть «Красная книга» серия. Тоже вот коллекционеры, они, можно сказать, во многом обезнанные люди. Потому что они получают информацию, не читают, не коллекционируют. Они немножечко азартные люди. Даже, наверное, даже не немножечко, они азартные люди. Потому что собрать коллекцию 24, 25 видов, это многого стоит. Появляется очень много знакомых, когда ты что-то коллекционируешь. Вы начинаете что-то обсуждать, вы начинаете искать что-то недостающее. Вы, бывает, общаетесь просто о чем-нибудь вы общаетесь. Вот. Есть, конечно, такое вот желание создать свою коллекцию сахара и распространить ее среди, например, также жителей города Николаева. От, повертаючись до, вибач, будь ласка, Іринко, повертаючись до цукру, так? Ви не рахували, скільки кілограмів цукру ви зібрали? Ну, наверное, если в пакетике 5 грамов, да, и 3000 штук. Ну, можно варить варенье. Но рука не поднимется. Рука не поднимется, но стратегический запас есть. Поделитесь, будь ласка, в яких країнах ви побували ще? Есть у меня сахар из Доминиканской Республики была. Я была в Китае, я была в Турции, вот, я была в Корее. Так же само и из России есть сахар, и из Сербии есть сахар, где я была. А наша Укрзалізниця, вы знаете, это та первая, наверное, тот первый... Я не могу сказать фирмой, да. Все вспомнят сахар, который любили в прикусочку пить, кушать с чаем в поезде. И почему-то это был самый вкусный, самый такой приятный сахар. Оказывается, их 10 видов, и они выпускались в Луганске. А сейчас их, к сожалению, такой сахар уже не выпускают. Это уже, можно сказать, раритет. Но, в принципе, уже многие виды сахара раритет. Потому что вышла серия, и все. Вышла серия, и раздали, и прекратили выпускать, начали выпускать новую. А вы помните свой первый стик? Да, первый стик, к сожалению, я его сколько пыталась найти, не нашла. А вот, папа, когда летал в Италию в самолете, ему дали сахар стикерованный. Он привез, это было для нас чудо. Это был 96-й год. Увидеть сахар в стике запакованный, такой вот красочный. Ну, все ж таки, на початку це ваша ціль була, що я буду колекціонером збирати? Ілі там, де один, там і другий, третій, четвертий стік, і потім ви вже зрозуміли, що ви колекціонер? Взагалі, я хочу розібратися, як я вже вначале не знала, що буває, стільки буває мови сахара. Ви ще не знали, що є такі позаучі глюкофіли вас називають, так? Взагалі не знала, так. Да. Ми, мабуть, почали збирати, але у нас як-то всіх почали... придумали нам какое-то такое красивое название. Я назову это слово красивым, потому что когда говорят слово глюкофил, всех это, все улыбаются, думают, ой, что-то ненормальное. Это очень все нормальное. Вот. А сахар остается, сахар, простите, недокушенным. Вот. Зачем ему оставаться? Когда ты знаешь, что на работе ты выпьешь чашечку кофе или чашечку чая во время обеда, сахар, может быть, может закончиться на работе сахар. У тебя всегда в сумочке, у нас же в женской сумочке всегда все есть. Обовязково. Вот, да. Я думаю, у вас тоже где-то сахар завалялся. Вот, и брала с собой, потом, когда в одном и том же месте пьешь чай, тебе почему-то дали похожий, но не такой пакетик. Интересно, сколько же их всего, этих пакетиков? Оказывается, 6-5. Идешь, знакомишься с теми, кто тебе подает этот кофе, спрашиваешь, сколько, дайте, пожалуйста, а можно, пожалуйста, по 2 штучки. А какая реакция людей была? Вот, когда вы приходите, говорите, можно там 2 штучки, а можно там? Всегда есть пауза. Вот, приходится улыбаться, говорить, пожалуйста. Или что я очень люблю кофе так, пить именно с 5 пакетиками сахара, может быть, иногда с 6 пакетиками сахара, особенно если это эспрессо. Вот. Они тогда предлагают, может, вам дать большую чашечку, то есть если вы так много сахара пьете, больше, чем кофе. Приходится дальше рассказывать свои коллекции. Вот. Сейчас легче рассказывать, сейчас у меня есть фотографии моей статьи. Вот. Показываешь статью, и люди рады помочь. Это не так дорого собирать сахар.
Единственное, не всегда хорошо это для здоровья, потому что если хочешь какой-то интересный кофе, особенно за границей, приходится заходить, заказывать чашечку кофе, вот, и взять чуть больше сахара, чем надо. Скажіть, а ваші друзі знають, що ви колекціонер, підкидують вам? Конечно, вот мне подкидывают кубиками. Интересными кубиками, это турецкие. Почему-то вот в разных странах у них есть своя, как бы, не идея, а какие-то вот свои интересные классно в кубиках. Да, моменты упаковки сахара. Просто кубики. Тоже у них стоят большие такие, можно сказать, аквариумы с этим сахаром. Вот. Можно брать сколько хочешь, но они не такие яркие. У них тоже содержится информация того места, где ты пьешь кофе. Так, ось бачимо. Вот, например, мне никогда, я никогда не была в городе Ровно, в Кобзе, а мне подарили вот из кафе-бара Кобза. Свій такий. Да, очень интересный вот в таких украинских тонах. Есть, например, вот в других тонах тоже сахарок. Черкащина называется. Червоно-черный. Да, красный, да, черно-красный. Есть, например, интересно еще собирать сахар из Макдональдса. Я не знаю, реклама не реклама, но вот интересно собирать тем, что он оказывается в разных странах совершенно по-разному. Вот есть такой вот из Сербии маленький, а вот такой вот квадратный в Китае. А я вас там еще бачу стик зу кофе, такие пиковые. Зу, это я была в Китае в большом кафе, где очень-очень много животных, но они все мягенькие, все плюшевые. Можно сесть на скамеечку рядом с большим, с большой гориллой. Вот если бы не этот сахар, вы бы мне не задали вопрос, а я бы вам не рассказала про то, где бывают кафе. Деякі бывают кафе, вот бачимо, и тваринки сидят там. А вот... Ви з якої іще, наприклад, країни або міста от непримінно б хотіли отримати стік? Я никогда не была в Африке. Вот хочу в Африку и хочу посмотреть, как же они пакуют этот сахар, как он выглядит и что они изображают на пакетиках сахара. Цікаво. Ну, теж, може, якісь сафарі там гарні. Хотілося б. Я так замовкла і бачу, мене так захопилось це заняття. Взагалі, я вже зустрічала людину з подібним захопленням. Але це був такий, знаєте, аматорське таке. Тепер скажіть, а ви знайомі з такими колекціонерами, що сокровищ стоїть? Звісно. Конечно. Допомагаєте один одному. Смотрите, как вот, интересно в жизни произошел момент. Есть группы ВКонтакте. Вот, и зашел ко мне в гости один мальчик. Он своей девушке на день рождения сделал подарок. Необычный. Он захотел и подарить 1000 стиков сахара. Ну, казалось бы, тоже мне, что такое сахар? А собрать 1000 штук по всей Украине буквально за 5 дней. Ему помогли все. И он их собрал, что говорит о том, что люди берут себе в коллекцию, оставляют еще кому-то с целью поменяться, или просто дать, или просто кого-то завлечь. Потому что как бы часть своей коллекции я раздарила, чтобы немножечко, во-первых, оставить память о себе. Во-вторых, завлечь людей в этот интересный процесс коллекционирования. Вот. А був такий стік, який би ви нікому ніколи ні за що не подарували б, він вам достався такою великою ціною, ну знаєте, як колекціонери там. Я ведь вернуть не можу, це перший стік, який з самоліту, він настільки трепетно його хранила, як от вже скільки літ, 96-й. Може, ви комусь подарували? Ні, він залишився вдома, я не можу ніяк його знайти. Ну, поміж 3000 стіків, звичайно ж, важко. Ну, він же був самий любимий, він же був самий перший. Мені ще подобаються такі от бабочки, смотрите. Тоже вот из серии. Угу. Вот они яркие, приятно взять руки. Такой красивый стик. А мне еще хочется, чтобы дети собирали вместе с родителями такие стики. Вот, например, приходят в гости какие-нибудь знакомые, и дети, ну, наверное, вы были детьми, что-то, наверное, собирали, говорили, там, тете или дяде, пошлите, покажу там. Да, обычно мы звали показывать фотографии. Да. А я думаю, что дети могут позвать и показать, что они собирают вместе с родителями такой вот интересный сахар. Вот даже к Новому году... Я знаю, что повторят вновь эту серию, можно получать такие вот пожелания к Новому году. Не просто пить кофе, а получить маленькое пожелание. Святкового настрою. Да, веселых свят. Нехай счастливым будет рік. Мелочь, но приятно. Дійсно, це приємно. От і такі солодкі цукрові дрібнички, а вони доволі дуже приємні. І я аж захопилася так оце риця в всіх стіках. Я вам подарю. Переглядати, дуже цікаво. Щоб наче шановні телеглядачі. Ми підловлюємо нашу гостю на слові.
А ми продовжимо, ми завершаємо наш ефір. Дякуємо нашій гості, чарівній, солодкій гості. Бажаємо вам ще багато-багато гарних стіків, прийдете, покажете нам обов'язково. Приглашайте, будемо хвастатися. Ось так святкового настрою ми бажаємо усім нашим телеглядачам. І яскравих вражень. І яскравих вражень з нашим ефіром, з нашим телеканалом та нашою програмою «Новий день».